Дело даже не в том, в какой цвет вы перекрасите. Дело в том, что, во-первых, вы перекрасите. Это значит, что... Почему это проблема? Потому что те цвета, в которых хотят перекрасить, это не самые лучшие цвета, на мой взгляд. Даже не то, что, они сами по себе такие уж плохие. Просто это какие-то желто-коричневые цвета. У нас и так город во многом такой же, такого цвета. Его в такой цвет красят. Но нам нужно какое-то разнообразие. Да? Тем более, зачем... перекрашивать, портить кусочек Неаполя, делая, портить вот эту уникальность, да, делая какую-то совсем все в одинаковом цвете и в одинаковых, значит, в одинаковом стиле, да. Плюс ко всему мнение жильцов. Они тут живут уже почти 35 лет в этих цветах, все выкрашено. Они к этому привыкли, они это любят, им нравится, и ну, почему мы должны, собственно говоря, против их мнения идти, потому что им здесь жить. Поэтому я считаю, что, собственно говоря, нужно все оставить как есть. А за цвета это отвечают архитекторы. Я постараюсь с ними как можно быстрее этот вопрос решить, чтобы, соответственно, я надеюсь, они пойдут навстречу мне и жильцам дома, оставят все как есть. Ну вот пока ситуация такая. У нас проблема в том, чтобы сделать дом таким, какой он был. То есть не менять облика его, не менять структуру покрытия дома, не менять цветовой гаммы дома, потому что мы считаем, что цветовая гамма дома, она как бы уже идентична и соответствует архитектурному облику данного квартала. Хотели бы, чтобы дом остался таким, какой он есть.